Игорь, нулевая ничья с Дюди Ланджем. Сегодня в линии обороны появился новый человек, Ярослав Ракицкий. Насколько комфортно вам было играть вместе? Ну, Ярослав игрок с большой буквы. Он играл в большом клубе до этого. Всеми качествами владеет. У него хороший пас, хорошее чтение игры. Думаю, никаких проблем он не испытывал. И партнеры тоже. Сегодня «Зениту» не удалось забить, но при этом команда не пропустила. Что из того, что отрабатывается на тренировке, сегодня получилось реализовать в игре? Ну, в любом случае, все, что мы запланировали, не получилось. Но, думаю, хорошие моменты, хорошие атаки тоже были. Но это непосредственно на теоретическом занятии. Нам покажут на наши ошибки и плюсы, и минусы. Уже потом обратим на это внимание и разберем. До матча с Фенербахче остается не так много времени. Чувствуете ли вы, находясь внутри команды, что постепенно приходит игровой тонус, физические кондиции? Насколько они близки к оптимальному уровню? Ну, в любом случае, форма набирается через игры. Сегодня хорошо, что сыграли 90 минут. Впереди 8 числа еще по 45 минут должны сыграть. Думаю, еще плюс будет. Игровая практика. Ну, думаю, после этой игры должно быть полегче. 90 минут пришлось уже в конце терпеть, или еще был небольшой запас, или как раз вот тютелька в тютельку, что называется, на 90 минут хватило? Мы давно уже тренируемся, прошли и первый сбор, были двухразовые тренировки и игры, и здесь хорошо готовимся. Думаю, ни у кого не возникло никаких проблем отыграть 90 минут. Игра немножко жестковатая была, как казалось, со стороны. Может быть, даже не совсем товарищеский характер носила, судя по количеству фолов. Или это только так показалось? Ну, бывает, ребята заводятся, и мы, и соперник. Это нормально, это даже на тренировках такое бывает. Ничего там такого не вижу.